Армения ответственная за пролитие крови тысяч мирных людей, нарушение прав сотен тысяч, а также грубое нарушение международных обязательств, ответственность которой доказана однозначной позицией международной общественности, не имеет никакого морального права говорить о правах, законе или демократии, более того, читать нотации другим. Так прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдулаева заявление МИД Армении о высказываниях азербайджанской стороны, которые якобы являются угрозой для Армении и региона. По ее словам, руководство Армении не просто не полностью понимает свою ответственность, но и равнодушно к будущему своей страны и населения. Если армянское руководство думает о мире и безопасности в регионе, как заявляет об этом официальный Ереван, тогда оно должно вывести свои захватнические силы с территории Азербайджана и подготовить свое население к миру. Политическую же волю следует проявлять конкретными результатами, полученными за столом переговоров. Потому что ни у Азербайджана, ни у международных посредников терпение не безгранично. Опыт показывает, что армянская сторона пытается поднять тему об антиармянских настроениях в Азербайджане, когда заканчиваются аргументы и нечего говорить, отметила Лейла Абдулаева. Однако руководством захватнической страны, которая закрывает глаза на то, что в корне этой неприязни двух народов региона стоят именно необоснованные территориальные притязания и захватническая политика Армении, не предпринимает никаких шагов для устранения этой вражды и конфликта, проводит близорукую политику, далекую от реальности. В результате этой политики с тяжелыми последствиями может столкнуться сама Армения, подчеркнула официальный представитель МИД Азербайджана. Медина Гурбанова, CBC.